Как я уже упоминала, эта поездка в Россию была очень интересной. Было много встреч, много впечатлений. Ну, во-первых, в аэропорту Шереметьево в этот раз встретил меня мой внук Максим, чему я была очень рада. Мы разговаривали на Вайбере, WhatsApp, но вот встретились. Первая моя поездка была в Торжок, встреча с юностью. А началась поездка в городе Кимры, на автостанции, где меня ждал сюрприз. На автовокзале у меня спросили паспорт. Я такого не знала в те времена, когда я ездила, паспорт не спрашивали, давали билеты так. Ну что ж, все течет, все изменяется. В маршрутке была очень интересная табличка. Частицы не было с тремя первыми глаголами, а последний остался без нее. Ну, значит, наверное, это было разрешено в маршрутке. В Твери я переночевала вот в этой гостинице, больше похожей на крепость, а не на гостиницу. Но уютная. Заселение было очень долгим. Сначала с меня спрашивали визу, по которой я въехала, потом документы, по которым я пересекала границу и что мне разрешено быть в России. Но в конце концов все-таки разрешили мне переночевать здесь. Спасибо. На вокзале мы встретились с моей подругой юности Таней Кондричевой. Мы жили с ней на квартире 3 года в Торжке, учились в педучилище вместе и были очень хорошими подругами. Это мы в Торжке в 1978 году. Вот, наконец-то, мы в Торжке. Это Ильинская площадь. Конечно, выглядит она совершенно по-другому, не такая, как мы ее знали когда-то раньше. А встретиться нам предстояло с нашей юностью. 45 лет назад мы поступили в Торжокское педучилище, и 41 год назад выпустились из него. 33 девчонки. И наша милая Мария Степановна. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил, свое сердце навек я оставил тебе. Там, куда не найти переправы, а на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют, а на том берегу мой костер не погас, а на том берегу было все в первый раз. В первый раз я любил и от счастья был глуп. В первый раз пригубил дикий мед твоих губ. А на том берегу, там на том берегу было то, что забыл. Никогда не смогу. Там за быстрой рекой, где черемухи и дым, там я в мае с тобой, здесь я маюсь. Там я в мае с тобой, здесь я в мае один. И другую найти не
пытаюсь. А на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют, а на том берегу мой костер не погас, а на том берегу было все в первый раз. В первый раз я любил, и от счастья был глуп. В первый раз пригубил дикий мед твоих губ. А на том берегу, там на том берегу было то, что забыл. Никогда не смогу. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Из всего класса только шестеро сумели приехать на эту встречу. И все равно это было здорово. Приехали Вера Викторова, Люба Федорова, Оля Сорокина и мы с Таней Кондричевой. И очень приятно было видеть Ларису Илюкину. Мы с ней 3 года жили по разным квартирам. И в кафе мы ждали Веру Мащенкову, не хотели без нее идти в педучилище. И вот она явилась. Да, конечно, все мы изменились. И Вера не признала Таню Кондричеву, спросила, а ты кто? И пошли мы знакомой дорогой по направлению к педучилищу. 4 года мы ходили по ней. Это Пушкинский музей. Очень часто сюда мы ходили. И с Валентиной Федоровной Кашковой. А за музеем мы обнаружили вот эту сказочную поляну. Мы ее раньше не видели. Очень красиво. И эта карета, и этот чудесный мостик. И, конечно же, нам захотелось сфотографироваться на нем. Это естественно. А вид на Тверцу и на Торжок с этого места был просто великолепный. Ну что ж,
Эта часть будет продолжаться. Встреча с юностью продолжается. Мы пойдем в педучилище, в общежитие. До встречи!